Дорогие земляки, вот мы с вами прощаемся с 2018 годом. Да, он был непростым, он запомнился многими тяжелыми реформами, которые отразились на жизни наших граждан. Но тем не менее, мы сохраняем бодрость духа, оптимизм и встречаем новый 2019 год с новыми надеждами. Уходящий год нам также запомнился очень большими крупными праздничными событиями. Столетие Ленинского комсомола праздновалось по всей стране, и мы с вами у нас в республике также вместе отмечали этот праздник. Мы вас благодарим за ту огромную поддержку, которую вы нам оказали на выборах в Народный Хурал. Наша фракция в Народном Хурале очень сильно увеличилась, партия усилила свои позиции в республике, и мы вам обещаем, что своей работой, своим трудом мы докажем, что ваша поддержка была правильной. 2019 год, наступающий год, также будет связан с крупными политическими событиями. Это выборы мэра города Улан-Удэ, это выборы городского совета, районных советов. И мы также надеемся, ждем вашей поддержки. Вообще Новый год – это такой праздник, который объединяет всех. Да, в жизни бывает много праздников, но именно в Новый год есть ощущение, что это как будто бы еще один день рождения каждого человека. В этот праздник мы все ждем новых свершений. Мы все должны с вами вместе мечтать, трудиться. Чтобы наши общие мечты сбывались, мы должны прикладывать все усилия совместно ради лучшей жизни для нашей Родины, для наших людей. Я уверен, что в 2019 году мы это с вами сможем сделать. Мы, коммунисты Республики Бурятия, желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия. И чтобы наши оптимистические надежды не просто оставались благими пожеланиями, чтобы мы с вами смогли действительно добиться решения тех задач, которые мы сами перед собой ставим. С праздником, с Новым годом! Шыны жылайық!